Не поле кормит, а клочок. Камиля Диатулов занимается сельским хозяйством более 50 лет и считает, что с каждого гектара можно получить максимум, а каждый клочок земли должен приносить хороший урожай. В этом ему и другим земледельцам Ульяновской области помогают ученые. Без науки и системы удобрения никуда. Благодаря работе вот учеными у нас 8 докторов наук проводят опыты в хозяйстве. Тесно мы работаем станции химизации Ульяновская. Там есть агроном Борис Кадырович, он уже более 12 лет проводит опыты в хозяйстве. У нас практически в каждом поле, у нас 5 полей, в каждом поле проводятся опыты. Сотрудники станции агрохимической службы выезжают в хозяйство региона и следят за состоянием плодородия почв земель сельхозназначения. В аккредитованной испытательной лаборатории проводят анализы продукции зерна, кормов, агрохимикатов и многого другого. С недавних пор главный помощник агрохимиков – беспилотники. Благодаря им сотрудники собирают данные наземного обследования и формируют банк данных неиспользованной пашни. Собранные данные в последующем мы используем для создания электронных карт и используются хозяйствами для создания систем точного земледелия, ну а также в любых других ГИС-продуктах. Главный результат работы ученых – получение данных о состоянии плодородия почв. По словам специалистов, главная проблема как земель Ульяновской области, так и других регионов – в избыточной кислотности. Показатель кислотности почв – важная составляющая земледелия. Она влияет на плодородие земли и урожайность культур. Единственный способ устранения проблемы – известкование. В нашем регионе 700 тысяч гектар пахотных почв нуждается в известковании. И причем 468 тысяч гектар на данный текущий момент используются хозяйствами и также нуждаются в известковании. Ульяновские земледельцы активно борются с проблемой, не скупятся на удобрения и надеются на хороший урожай в этом году. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, новости Управда ТВ.